На сегодняшний день более 40 миллионов человек на Земле страдают от опасного смертельного вируса СПИД. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных. Ежегодно 1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом. В Воткинске проводятся акции по борьбе с этим вирусом. Одна из них прошла в школе номер 3. Участниками акции в этот раз стали педагоги и сотрудники школы. Подобная профилактика проходит в организациях города Воткинска не только в День борьбы со СПИДом, а каждую пятницу, поскольку число больных неуклонно растет. За 10 месяцев мы выявили новых случаев 89 человек. И эта цифра, если сравнивать также с 10 месяцами 2016 года, больше на 37%. Сегодня в Воткинске проживает 899 человек, зараженных этим опасным вирусом. По мнению сотрудников СПИД-центра, подобные профилактические акции имеют положительную динамику. Молодежи среди ВИЧ-инфицированных становится меньше. Доля людей в возрасте от 25 и даже старше 30 лет каждый год у нас только растет. А доля молодых людей где-то вот возраст, допустим, от 17 до 25 лет, наоборот, все время уменьшается. Наша съемочная группа тоже решила проверить себя на наличие вируса. Процедура заняла около 5 минут. Сдать кровь на ВИЧ можно в будние дни по адресу улица Школьная, 2, с 8 до 11:30. Позаботьтесь о своем здоровье заранее. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Воткинске.